Придя сегодня вечером с работы, обнаружил, что во всем доме отсутствует подача газа. Подача газа была прекращена с ведома служб Горгаз, которые, приехав, предложили нам установить общедомовой счетчик. По мнению общего собрания, которое было проведено в нашем кооперативе, на настоящий момент согласия на установку общего домового счетчика дом не дал, на что имеется протокол, который был передан службе Горгаза. На основании чего они просто нам перекрыли вводной кран, опломбировали стояк и, не объясняя причин, уехали. Весь дом остался без газа. Я считаю, что это полное самоуправство. 54 квартиры, все без газа. Они должны принять меры по включению газа и объяснить систему, согласно которой мы должны пользоваться газом с учетом его. То ли по домовому счетчику, то ли по внутриквартирному. Но это должно быть решение нашего общего собрания кооператива. Утечка – это придуманная. Ее на настоящий момент нету. А была? Неизвестно. Я ее не чувствую. Для определения утечки есть специальный прибор – течеискатель. Не использовали течеискатель, не искали, повернулись и уехали. Мы вызвали аварийную службу. Но они проверять отказываются течь. Говорят, что это не является их функцией. Я говорю, надо. Там даже запах слышно. А вот спросите у представителя. Газовая компания региональная. Будет газ у нас или нет? Мы вам ничего не можем сказать. Вот, пожалуйста, интересно. Ничего не можем. Перекрыть перекрыли, а сказать да. Ничего не можем. Сама речь не входит. В какой стране мы живем? Что вы ничего не можете сказать. Течь есть или нету? Это аварийная утечка ситуация. Утечка есть, они сняли. Кто снял? Так кто снял? Утечку, то есть оно воняет. Сколько их было здесь, человек 10, начальство их не приезжало. Определена утечка, повернулись и все вот так вот разговаривают. И говорят о том, что вот начальство все, которое приезжало, они говорят о том, что у них плановое все. Вот послушайте. Что ж нас заставят поставить счетчик? Мы уже к этому. Но вот когда поставят счетчик, вот тогда... Это мы пройдемся по квартирам. Подождите. Вместе с управлением. О! И перепишем всех душ. О! Живущих, неживущих, о! Прописанных, непрописанных. Картотеки о! У меня нету. О! Движение по картотеке о! У меня забрало государство еще в 2015 году. Вы об этом прекрасно знаете. Вот. Мы человек, ничего сегодня не выиграем, да, если мы не дадим да. разрешение поставить вот эту чертову коробку на наш дом. Нас оставят без газа. Нас оставят без газа, потому что такие прецеденты уже есть по городу. Три кооператива сидят 2 месяца без газа. Да, не может быть 2 месяца. Да. Мне департамент сказал, да они его... Да ну, Анна Петровна, ну они вам сказали, как они живут. Мне так сказали, я вам говорю. Были случаи. Как люди живут без света, так признаю. Никаких коробок на своем стоянии. Приехали товарищи из Горгаза, приехали в декабре месяце еще первый раз, устанавливать общий счетчик на дом газовый. Жильцы были категорически против, не разрешили установить, сказали, что мы проведем собрание. То есть у нас основной орган – это собрание. Что собрание решило, то и будет. Это наша частная собственность. Что мы категорически против. По закону сейчас должны устанавливать индивидуальные счетчики. Но по ихним каким-то меркам у них не хватает денег или средств, мы так и не поняли. Они решили, что нам достаточно поставить только общий счетчик. Это для всего дома очень неприемлемо, будем говорить. Горгаз повесили объявление, что они будут профилактики какие-то там делать и все. То есть они нас обманули. Приехали сегодня, когда никого нет дома, пустой двор, взяли, просверлили сразу трубу для того, чтобы установить там свой какой-то ящик, в который впоследствии они поставят счетчик. То есть нашего согласия им не нужно.
Вот поэтому люди сегодня вышли с возмущением. Приезжали многие службы. Мы звонили во все организации. Нам перекрыли газ вообще. Потому что была еще и утечка газа. Мы вызвали аварийку. Они приехали, посмотрели там все. Да, увидели, немножечко утечка была. Прошло какое-то время, я подхожу, они говорят, вы знаете, вот мы опять побрали, никакой утечки нет. А я вам скажу, потому что я здесь проверял. Рассказывай. Здесь утечка нет. Кран на солидом, на смазке. Ну да. Когда он старый, когда перекрыли, нарушили плотность по конусу. Давайте я проверю. А потом я вам объясню, что да. было. Да. Вы промылили и определили. Нет, я прибором проверял. Да. Значит, в общем-то у них как бы есть опора на этот закон. Небольшая есть сейчас. Ну что значит небольшая? Это уровень. Ну, микро или это опасно? ППС. Нет, это не опасно. Нет, но все равно мы сейчас все равно подтянем утечку ликвидировать, чтобы не было вообще утечки. Да. Но а то же они, конечно, здесь, не помню. Опять же, я когда уезжал, здесь утечки не было. Бог не унижал, не придется. Да не может такого. Не сказали нам до тех пор. Пока вы не разрешите поставить ящик, вы будете без газа.